Я сейчас сразу чекну. Димон! А. Да где эта залупа? Он будет сегодня вообще? Надо ему в стиме написать, чтобы он не смог прочитать это никогда в жизни. А хули там все в террарию играют? Отправь сообщение. Эй, пидрил... Блядь, да можно раздатку было поменять изначально. Эй, пидри... Пидрил-ло. О! Ну поставь Мираж, поставь. Ну хорошо, давай только тогда без Инферно. Оверпас и Мираж. Мы пойдем все равно Мираж. А Сева скажет, выпадет все равно офис. Поэтому выпадет мир. Ну так я и говорю. Я и говорю кэш. Кэш отсюда, типа, кэш отсюда, нахуй. Или бы не даст два. Ребят, что прикол, все равно Путина выберут, мне вообще не... Не, все равно все сайты выпадет, он же вообще в другом режиме. Мы там бой насмерть играть будем. Сейчас пойдем на Сирокко. И в итоге, знаешь, у нас тупо все компы крашнутся, и мы с папкой начнем, типа, из-за этого. Ботами. На телефоне причем. Приходит как-то негр с попугаем на свече. Его спрашивает, где ты такого достала, попугай ему отвечает, в Африке. Я вообще что-то помню, блядь. Лин, у меня КСК не отвечает. Так, я сейчас зайду на сайт с анекдотами и, блядь, буду их... Вот. Пошли, пойдем, не бойся. Чел! Чао! Владимир Владимирович, как хороши сегодня. Бля, я так давно не играл, что... Да напугали деда. Миллер, бомби. Да не ссы, пойдем. Смотри, как это делают. Ну вот наглядная инструкция, как этого делать не надо. Тебе помог убить хента или мне показалось? Похоже. А почему надо надо мной вопросительный знак светится? Я что, типа, что-то спрашивал? Вентиляция. Я почему сказал, кстати, отчитка, ну, кровь отлетела, урон не прошел, повись. Потому что это я по нему попал. Я пытался через тебя попросить. Дайте силу, кто сказал, Сыч, проснись, ты обосрался. Идите на Амбу. Я не пойду, мне страшно. Но он один. Ну там последний на Б спустил. А, у меня там. Ой, слушайте, пизда. Там он справа. Тихо, не орите. Тан-тарарам, тан-тарарам-ра! Кого не слышу? Настя. Ой, либераху порвало. Ну ладно. Я пытался. Если б не твой тан-тарарам-тарантай, блядь. Да, конечно, я виноват, а не ты сказал. Конечно, да. Ребята, что такое либераха? Это Навальный. Я не просил, мне хэдшот отвешивать. Блин, что у вас у всех? Смотри, смотри, сколько хэдшотов, смотри. Кол-кол? Дастер это Саня. Дастер это Коптю. Ой, голова. Найс, выходи на. Ребята, пушим, ребята. Вентиляция. Ну, мейн один будет. На улице. Оли, драку порвануйте. Мейн у вас. Сейчас выйдет там. Авик. Стой, кизерна. Так, тихо. Мы этого не видели. Никто. Смотри, Сева, мы с тобой... Я сделаю эко, Сева, я сделаю эко.
Я могу дропнуть. Я на полную серьезно говорю, это было эко. Ребят, блин. Это Саня просто эко сделал. Кому-то глазки порвало. Блять, я бамбу с собой унес. Бери. Так, ну ты иди первый, я за тебя отомщу, если ты... Тогда давай поменяемся. Мне точно скажу. Не, нахуй, 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 блядь, я тут бери. Вот видишь, все пошло по плану. Все полетело к хуям. Ну если наш план в этом заключался, то да. Однажды Конфуций в 20 веке до нашей эры сказал. Блин, я не оружие пиздец. Ты можешь сдали моего очка. Ты прикрыл мое, я прикрою твое. Кстати, хочу сейчас. Да говна, урод. У меня тут, скорее всего. Минус 66. Сева, твою не нахуй. Подожди. Нет, у меня. Слева. Справа, синий. О, либерал попал. Хороший. Вообще-то я попал слева, а этот хуй слева, справа путай, как парься. Сзади. Да как? Извиняюсь, либо. Да, да, да. Жопа слева в Амстердаме, сказал. Владимир Владимирович, да, Серп. Там... Да убей ты, блядь! Справа, о, Трамп, Владимир, да. Владимирович. Справее, правее. Ой, блядь. Либераху. Ты только не палить, а то тебе сейчас хедшот оторвут, смотри. Префом. Сказал, Владимир Владимирович. Владимир Путин, холодец. Царство вам небесное. А мы выиграли. О, либерал! Разорвал, я бы сказал. Мы все в 228. Не будет, что ли? А чё он выжил? Да. Он пароль забыл. Да там через стену стреляет. Серьезно? Только отошел, сразу там чел вышел? Выбирайте, вы серьезно, да? На голова! Ааа, меня окружили. Банальный круг. Минус 68, какой минус 50? Что, ты можешь на Б пройдёте? Так мне нормально, она вообще за дверью как бы. Я горю, в смысле? Жопа горит, потасайте мою жопу. Двор минус 57, может мэн будет. Господи, господи, зеленый, помоги, зеленый, помоги, за ногой, за угом, за мой гой, за угом. Да, на Б. Какой-то пидорас мне... Заплейте, заплейте. Заплейте, не ной, блядь. Как он-то хуйню забыл, свалина. Смачно, к вам идет. Я либераку порвал. Пацаны, мне камень на голову упал. Помогите, пожалуйста. Кому? Хедшот. Либераки. Это рабочая тактика. Ай, ай! Сверху. Ой, хедшот словил. Убегай. Справа. Ааа! Не, ну ты псует, конечно. Забрал, лицом повернись, лицом повернись, лицом к бомбе! Лицом повернись. Либераху разорвал. Ценой собственной жизни? Я ее могу, кстати, уничтожить. Давай, уничтожь, просто разорви. Я использовал гранату, чтобы уничтожить гранату. Спасибо. Кому? Не понял! Пизда, не можешь не пустить хэдшот? Кому тут еще хэдшот прилетит? Мне страшно. Да хули негатив? Да моя фраза, сука. Теперь нет. Укроп, иди сюда. Подвинь ты уже отсюда, ёпта.
Ты сдох, я подберу. Это чё? О, либераху порвало, а другого тоже. Да, меня расщелущили. Я любя. Там у кого-то башка не выдержала напряжение. Математика довела. Математичка, ты довольна? Разорвал либераху от математики. Ой, случайно так как прочекнул-то. Ой, как грустно. Там нога торчит из дверей, блядь. Пизда, не скажешь. Руслан поминки, мы запомним. Чуть-чуть правее. Украина. А это что? Не, это залупа какая-то. Украина или город? Это либераха. Он сейвит, что ли? Либера... бляха на таха или что? Так кто там стреляет? Ты себе, блядь. Ты себе, блядь. Я тебе сейчас мизинчик оторву, блядь. На голове? Сейчас я не буду. Уходим, иди. Уходим! Нет, Run, Forest, run! Привет! Run, лес, run? Я перевёл. Ну что? Капец, я уронил. Кто там, блядь, грохочет?